Как было озвучено губернатором, за 9 месяцев уже поступило 147 миллиардов рублей. Вениамин Кондратьев также потребовал следить за сбалансированностью бюджета, а за любые попытки разбазарить деньги пообещал лично наказывать нечистых на руку чиновников. Обеспечить жесткий контроль за расходованием бюджетных средств на всех уровнях, исключить малейшую, любую коррупционную возможность. Вот с бюджетом, коллеги, играть нельзя. Просто нельзя. Это не ваши деньги и не мои. Это деньги народа, людей. За любые моменты манипуляциями с бюджетом, поверьте, я сам буду инициировать уголовную ответственность.